Это видеоанализ с одного занятия по технике. Значит, рассмотрим беговой шаг. Первое приземление правой ноги у Юли идет на пятку. Центр тяжести при приземлении находится далеко от вертикали. Юле требуется 1, 2, 3, 4, 5 кадров для того, чтобы достигнуть позы бега. Это слишком большое количество, которое говорит о том, что у нее большой стопорящий эффект. Далее, следующая нога, левая, приземляется на переднюю часть стопы. При этом здесь можно даже зрительно увидеть то, что идет очень сильное напряжение на голеностоп, ахилл и икроножную мышцу, чего не должно происходить при беге. Колено при этом находится в зафиксированном положении, что еще более увеличивает нагрузку на них. На втором же видео после занятия мы видим, что правая нога приземляется на переднюю часть стопы, при этом колено находится практически над носком, что снижает нагрузку при беге. И до позы бега у нас проходит 1, 2, 3 кадра, что говорит о том, что Юля меньше стоит на опоре для того, чтобы достичь позы, и началось падение в беге. При этом другая нога, которая у нас приземлялась с закрепощенным голеностопом на переднюю часть стопы, приземляется теперь симметрично. За одну тренировку Юлин бег стал более эффективен, экономичен и менее травмоопасен.